Добрый день! Сегодня я готовлю зразы с грибами в духовке. Для рецепта я сделала фарш со свинины. Это 700 грамм лопатки свиной плюс 150 грамм сала. Мелко нарезаю одну луковицу и тру на мелкой терке 2 зубчика чеснока. Солю и перчу по вкусу. Добавляю 2 столовые ложки муки для того, чтобы фарш имел клейкую структуру. Все хорошенечко перемешиваю. Теперь начинка из грибов. Это 300 грамм шампиньонов. Очищаю шампиньоны. Нарезаю их как можно мельче. Также нарезаю одну луковицу. Теперь наливаю в сковородку оливковое масло 2 столовые ложки и небольшой кусочек сливочного масла. Обжариваю грибы с луком примерно 10 минут, постоянно помешиваю, присаливаю и перчу. Из фарша формирую 16 одинаковых лепешек. Раскладываю их на столе. На каждую лепешечку кладу кусочек сливочного масла. Начинка уже немного остыла. Теперь распределяю начинку на 8 лепешечек, а другой прикрываю. Аккуратно защипываю края и формирую зразы, придавая овальную форму. Нет. Вот такие красивые большие зразы у меня получились. Выкладываю их в емкость для запекания на пергаментную бумагу. Выпекаю в духовке при температуре 180 градусов в течение 40 минут. Зразы получаются очень сочные и очень вкусные. Приятного вам просмотра и хорошего дня!